Ни один праздник в микрорайоне имени Шитикова не обходится без теплых встреч и торжественных мероприятий. А в такой день, как 9 мая, активисты ТОСа совместно с Советом ветеранов округа проводят дружеские застолья. На праздник пригласили ветерана Великой Отечественной войны, среди них Софья Алексеевна Мелентьева. Она 2 года была на фронте. В Харькове, Киеве, Варшаве, дошла до Берлина. Более 30 лет Софья Алексеевна Мелентьева отработала в Мытищах, в Центральном научно-исследовательском испытательном институте Министерства обороны Российской Федерации. Коллектив и руководство института гордятся и не забывают таких легендарных тружеников. В канун 9 мая они вручают ей благодарственное письмо. Прозвучало много теплых слов, сказанных в адрес наших ветеранов, и каждому вручили цветы. А самое главное, это, конечно, общение и то внимание, которого порой так не хватает нашим главным героям Великой Победы.